Ученые предсказали, что может произойти. Но было поздно. В ближайшем будущем Земля будет заражена. Человечество отправится на спутник Юпитера Ио. Говорит Сэм Уолден. Если кто-то слышит это сообщение, то я до сих пор на Земле. Производство Netflix. Это доктор Олден. Я транслирую на частоте 1943. Мир, который мы называли домом, больше таковым не является. Фундаментальный закон природы — это выживание. Любой ценой искать жизнь. Это наша сущность. Я слышал сообщение по радио. Где остальные? Нет никаких остальных. Как и везде. Да, как и везде. Как ты жил раньше? Я должен был стать учителем, но к такому нас не готовили. Ты собираешься на запах переселения? Именно. По мнению моего отца, покинуть Землю — последняя надежда. Я видел, как десятки людей умирали из-за надежды. Я не собираюсь повторять их ошибок. Когда улетаем? Последний шаттл отходит через 48 часов. Нам предстоит долгий путь. Заразимся, и мы трупы. Нам придется спать в зараженной местности. Это невозможно. Возможно, но так далеко я еще ни разу не заходила. Сделаем это. Наше будущее. Не. На Земле. Мы застряли здесь. Мы справимся. Верь мне. Ио. 18 января только на Netflix. Он приобретает новое оборудование. Качество его озвучки становится лучше. Его послал нам сам Господь. Как увидеть все его озвучки? Я покажу. Заходишь на то борода и жм... Да.